Я поспал, наверное, часа 4. Где-то в 5 утра проснулся, пошел помылся, пофапал, потом для анализов. Поссал также сдать анализы. В смысле, что поссал в баночку, чтобы были анализы. Потом часам к 8 уже, в 7:30 поехал в клинику. Сдаю там анализы, а дальше надо дополнять мочевой. Литр минералки пришлось выдуть. Там 0,5 кофе взял, чтобы мочевой наполнить, а для УЗИ нужно было. Все, УЗИ прошел, записался на повторный прием. В час дня будет. Так спать хочу, жесть просто. Сейчас у нас сколько там уже? Короче, где-то полчаса, час еще подремаю. Надеюсь, хватит немного подзарядиться, взбодриться. Да поеду дальше к урологу. И сегодня часам к 16 надо будет к неврологу еще съездить. Поскорее бы вся эта поездка закончилась. Так уже запарился. То недосыпание, то постоянная езда по городу. Хочется уже какого-то спокойствия. И наконец-то домонтировать все оставшиеся видосы. А вы как поживаете?